Привет, Ютубу, привет. Вот вчера мы тут тестили клей. Все осталось тут, следы остались. Вот они, куча тут шишек. Вот, ну а сегодня опять мы продолжим, найдем чистенькое место на капоте. Ну вот здесь сравнительно чистое место на капоте. И рассмотрим, как же все-таки удалять пропорчики или такие вот полосы, когда чиркаются по машинам. Первый раз мы рассматривали, как это удаление происходит с помощью клея и пробойников. Сейчас мы как раз позанимаемся крючками и опять же вот самодельными такими. Вот. Это, как вы все понимаете, крючочек сделан из покрасочного валика. Но это не умаляет его, как говорится, хороших свойств. Просто надо уметь пользоваться инструментом. Ну вот здесь сейчас найдем чистенькое место. Вот здесь отверстие есть у нас для захода. И будем удалять с помощью крючочка, пробойника. Вот, и волшебные колотушки. На этот раз волшебная колотушка сделана из поперечинки с детских кроватей, еще советских. Кстати, очень хорошая. Вот, в данном случае она чуть-чуть подлиннее я ее сделал, чем та, которая у меня была с молотка. Сейчас покажу. Вот. Ну, вот такая разница. Ну, это чисто субъективно, скажем так. В этом нет ничего там хорошего или плохого. Кому как удобно. Одному удобно так колотить, другому так. Ладно, начинаем. Начинаем с того, что отмечаем. Вот у нас заход крючка примерно в этой области. И то, что у нас было до этого. Чтобы не обращать на это внимание. Сейчас вот на этом месте мы сделаем такой дефектик. Вот, прочертим полоску. То есть вот я акцентирую внимание, что вот здесь уже как бы после старых удачных и неудачных ремонтов вмятин кое-какие дефекты остались, но мы просто их в расчет брать не будем, поэтому я специально снимаю. Ну все, сейчас вот сделаем пропорчик такой. Для этого я вот брал в две руки такой вот да что ж такое, не хочет автофокусириться. Вот такой у меня, как я его называю, тупой пробойник. Берем и им проводим, и получается хороший такой, очень приятный и на ощупь во всех отношениях пропорчик. Вот мы его снимаем. Красота, ну где-то сантиметров 12-15 длиной, чтобы было на чем разгуляться. Вот опять же, там тоже вот рядом есть куча всяких морщин, помарок. Вот еще раз снимаю до того, как начать что-то тут делать. Я думаю, достаточно. Берем вот такую штуку. Здесь как раз вот я в ЦАТе, по-моему, покупал наконечники резиновые. Это Москва, центр автотехнологий. Спасибо ребяткам.
Продали мне вот эти наконечнички, они дешевые. Я его, чтобы он не соскакивал, посадил на термоклей, туда капнул термоклея и насадил сюда, потому что он как бы соскакивал. Мне это не нравилось. Я вот такой выход из положения придумал. И теперь можно заниматься. Вот. Ну что, приступим. Ну вот. Первые ковыряния приносят свои плоды. В данном случае видим, что ближняя к нам часть этой вмятины мы подняли чуть сильнее, чем надо. Образовалась как бы такая вот шишечка. Вот она видна, ее надо осадить. Вот. Я начал почему с середины, чтобы было виднее и понятнее. Сколько ребята просят. Но начинать надо, как правило, с самого глубокого места. Вот. Ну а вообще, конечно, с какого вам удобно места, с такого и начинайте. Лишь бы вам хорошо было. Вот. Не так уж это как бы и важно. Все делать там прям по каким-то правилам. Вот это, в принципе, яма не глубокая. И глубина ее примерно одинаковая, поэтому, в принципе, хоть с края, хоть со средины, с чего угодно можно начинать. Лишь бы получалось. Ну, продолжаем. Так, светом заливает. Я ставлю лампу все время по-разному, потому что мне надо и снять, чтобы было видно. Вот, у нас остался как бы вот этот кусочек. Мы не подняли, и вот этот кусочек. Вот. В данном случае уже тут более или менее как бы с горем пополам поднято, но все равно еще вот здесь по центру остается вмятина такая вот, как бы, ну, буква В. Вот. Дно мы самое еще как бы не подняли. Естественно, что вот таким крючком, с таким тупым основанием, диаметром там 8 мм, такие вещи сделать будет трудно. Для этого надо будет подыскать крючок остренький. Сейчас мы посмотрим. Вот тут есть среди моих старых крючков самопала вот такие вот. Я люблю острыми работать. Сейчас попробуем, если он подойдет сюда, вот, то надо будет дно либо вот таким, вот, либо вот такими, вот какими-то с острым окончанием, либо вот такими. То есть то, что вам в данном случае подойдет. Но окончание должно быть острым, чтобы точно попадать в центр и поднимать саму вмятину. Вот. В общем, тут много всяких разных. Делалось это все по ходу пьесы под что-то конкретно, под какой-то вид работ. Потому что надо было либо подлиннее, либо угол загиба другой, либо там расстояние какое-то другое было. Ну и вот так плавно-плавно все это и скопилось, и заняло свое место. Ну вот, сейчас я подберу крючок и сниму потом, что дальше. Вот она, наша ковырялочка, удачно подошедшая, сделана из отвертки. Вот тут где-то даже какая-то фирма была. Вот, чтоб не думали, что у меня не фирменный инструмент. Я так подозреваю, что это Китай. Написано было Matrix. Ну, сталь хорошая. Вот. Ну, дело не в этом. Вот я сейчас попытаюсь снять, чтобы было видно. Значит, вот этим тупым я пытался поднимать. И получилось, что я передавливаю, ну, чтобы развернуть ее. Вот. И осталось тут небольшой участочек. Сейчас я это забиваю и потом продолжу дальше. Вот так глазами видно хорошо, а в данном случае заливает светом. Ну вот, что у нас осталось. Здесь мы еще не делали, как бы,
чуть приподнял я и все. А здесь осталось как бы где-то след, где-то вышел почти на ноль, скажем так. Ну, это условное понятие. Вот, где-то выше, где-то ниже. Вот, что мы делаем? Сейчас попытаемся разобраться. Ну, вот у нас есть чистый листик. То есть, вот мы выдернули, вернее, сделали вмятину. Потом, когда мы ее начинаем поднимать, вот отсюда у нас выворачиваются вот эти края. Мы их просаживаем. Вот, пробиваем. И она пытается потихоньку разворачиваться. Условно, визуально видно, что яма как бы уменьшается. Вот так, вот так, вот так. И в данном случае у нас остался вот такой, как бы маленький, ну вот такой, такая, как птичка. Вот осталась, которая видна. А дальше ровно. Где-то бывают на краях здесь больше, здесь меньше, тут по-разному. Это все надо лишнее осаживать, а это поднимать. Вот так из большой вмятины мы плавно делаем вот такую маленькую. Я как бы рассмотрел принцип работы. Вот остальное уже как бы это дело тонкое, и в данном случае оно рассмотрению не подлежит. Вот дальше я думаю, что рассмотреть еще третий вариант ремонта таких вот ям, когда можно будет подкладывать под низ какую-то подложку разной, разная сфера тут, где-то больше, где-то меньше. Вот, то есть подкладывать под низ как выколотку, это все пришло из рихтовочных моментов. Вот, кто занимается рихтовкой, знает, что это такое. Вот различные конфигурации тут у нас есть. Вот из различных материалов, начиная от свинчаток. Вот это вот у нас из чистого золота, из-под цыганского молота. Вот это медяшка, просто я ее немножко полировал, хотел как подкладку ее использовать, но немножко неудачно. Куча всяких разных подкладушек. То есть принцип такой, что вот эти подкладушки подкладываются. Сейчас я тоже изображу, что вот она наша вмятина. А мы подкладушку вот сюда подкладываем. Вот. И давим ей вверх. И наша вмятина из вот такой, она как бы разворачивается. И становится она, вот если по-ровному, вот так мы ее видим. А потом она вот так вот, когда мы ее давим, становится выпуклой и раскрывается. И мы как раз вот в эти места, максимальные по высоте, опять же начинаем осаживать. То есть бить вот сюда. И вмятина как бы постепенно раскрывается. Вот таким образом и происходит тоже ремонт. Потом надо разогнать металл аккуратно в ровно, потому что тут как бы вот такие неровности получаются. Вот это все мы осаживаем, вот это поднимаем. Вот примерно такой вот фасон. Думаю, что ответил на вопрос номер 2. Будет возможность, я потом сниму видео по вот этому вот чертежику. Ну все, на сегодня хорош. Пока-пока всем.